В отношении водителя такси, перевозившего людей в горном районе Якутии, возбуждено уголовное дело. Напомним, что 9 марта около часа дня на 149-м километре федеральной трассы Вилюй столкнулись автомобили Toyota Hiace и КамАЗ. На месте погибли три пассажира иномарки и один скончался в медучреждении. В настоящее время, помимо расследования уголовного дела ОМВД, собственную проверку проводит Следственный комитет Якутии и прокуратура республики. По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 марта текущего года в горном районе и повлекшего гибель 4 человек в тот же день, отделением МВД России по горному району было возбуждено уголовное дело. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.